Всем доброго времени суток, ребята. Сегодня я пройду и покажу секреты, там, те, кто знают, не знают, могила героя-победителя великанов. Как надо это место пройти, что надо делать, потому что тут секреты есть. Ну, так, пойдем. Погнали. Так. Этого убиваем. Кстати, тут. Эта стена. Можете вот сбить, и появится вот такое. Такой проход. Такой проход появится. Так, ребята. Вот здесь вы видите. Вот здесь свет горит, да? Их надо заманить сюда, в свет. Тогда они бывают активными. Вот видите, сейчас этого столько бей, ничего не получится. Надо заманить сюда, чтобы он заходил в свет. Да иди, да ты же. Так, вот. Вот об этом я и говорил. Так, остался этот. Давайте я так сделаю. Этого тоже заманим туда, пусть придет. Иди ты к нам, деточка. Кстати, вы их можете не бить, ну просто так добьем, да что делать. Можете просто вот бежать, пройти и к боссу пойти, с ними даже не возиться, если хотите. Да иди то ты уже, не стесняйся, ты чё. Так, заманиваем сюда. Так, иди ты к нам. Так. Так. Опа. Так. Назад. Я очень сильно не люблю этого придурка. Так, прыгаем. Так. Хе-хе-хе, убили. Кстати, это меч Астель. Очень хороший меч, мне нравится. Я порой играю с ним. Вот так, ребята, этого тоже убили. И идем сейчас дальше. Вот дальше немного трудновато. Подожди, там огонь есть? Нет. Тут один этот есть. Мы этого убьем сейчас. Так, убили. Убили. Тут еще один должен быть. Да, вот там стоит. Да подожди, ты чё? Так, этого тоже убили. Так, подождите, я фонарик включу. Вот наш фонарик. Идем дальше. Тут с этим подъемником столько секретов есть. Вот, ребята, мы выходим сюда. Этот рычаг открываем. Вот, это поднимается. Вы видите, там великан стоит, да, вот. Этого, для того, чтобы этого великана убивать, мы вот так делаем. Сейчас здесь свет должен появиться. Опа-на, свет появился. И заманиваем великана к себе. Так, иди-ка ты ко мне. Так.
Так ты идешь. Иди, иди. Ох, не попал. Да иди-то ты чё? Да, иди к нам. Его надо заманить вот сюда. Чтобы он... Ох. Чтобы он тоже активировался. Так, иди, иди. Отхилимся быстренько. Да куда ты исчез? Да иди ты сюда. Да иди ты сюда, ты чё? Оп, не попал. Ты что, будешь там стоять и... кричать? О, господи, боже мой. Да иди-то, не стесняйся. Я не убью тебя. Не бойся. Ох, давай пойдем к нему. Один раз ударим. Что? Ага. Иди. Иди, иди, иди. Так, отлично. Иди. Так. Залезай-ка сюда. Все. И убьем мы его. Так. Все, убили. Так, ребята, вот сейчас здесь опять этот есть. Вот видите, да, здесь. Вот сейчас идете к рычагу. А, ну ладно, да, я понял, открылся дверь. Рычаг тянете к себе. И оп, сюда. И пойдем вниз. Тут тоже вот появится такое дело. Тут тоже появится такое дело. Вы можете их убивать, можете не убивать. Я не буду, я не буду. Я продолжу игру. Кстати, подъемником не сможете подняться. Да. Так, бежим. Тут лестница есть. По лестнице поднимемся. Где лестница наша? Я просто хочу показать суть, что надо делать. Главный там великан. Для того, чтобы попасть к боссу. Остальное нас не касается. Это уже... Так, еще тут один вот такой босс есть, да, вот. Этого тоже перебиваем. Так. 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 Этого тоже убили. Сейчас возвращаемся. Там, где был великан, вот туда вернуться надо. С другого лифта. С другой лестницы, точнее, извините. Я неправильно сказал. Еще раз говорю, этих выбирайте сами. Можете убивать, а можете нет. Они мне не нужны. Я прям пойду к боссу. Ну вот. Это то место, где мы убивали великана. Бежим прямо к боссу. Так, берем свой ландыш. Ну вот. И наш босс
Хотя подожди, я боюсь. Так, 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 отходим. Он вообще тупой босс. Все. Убили, посмотрим, что за... О, изогнутый меч Замора получили. Маска Замора получили. Доспех Замора получили. На рукавнике Замора тоже получили. Обмотки Замора тоже получили. Сейчас посмотрим, что за Замора. Это где-то был. Так, 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 так. Замор, Замор. Вот. Посмотрим, как выглядит хотя бы. Маска Замора. Ну, выглядит нормально вообще. Кстати, давай одежду тоже, да, вот наденем. Так. Где у нас Замор? А, вот доспех Замора. Давайте руки, ноги тоже наденем. Годрика, рыцаря. Героя зверя, ветерана. Сколько тут у нас всего есть, ребята? А, вот, нашел Замора. И еще ботинки тоже наденем. Посмотрим, как выглядят. Монаха Замора нашел. Все, вот выглядит так. Красиво или нет? Судите сами. Я так побегаю немного. Так, всем спасибо за просмотр. Всем мир. Всем добра, хорошего дня. Надеюсь, смог помочь вам, если вы не знали, как это все делается. Спасибо вам, ребята.